Всем привет, с вами Дизик, это новый летсплей в игре Майнкрафт. Как давно существовала такая рубрика, то, что для меня делают эти карты, я их прохожу, соответственно. Сейчас то же самое, мне мой товарищ скинул карту, собственно, мне, ну, в общем, знакомые по сути, но раньше это делали вы, раньше вы их присылали, потом я как-то на это забил, в общем-то. Сейчас, по сути, я буду, наверное, делать то же самое. Это, наверное, старт, если я заспавню где-то еще. Но, собственно, я заспавнился тут, и почему-то в этом режиме, наверное, я поменяю режим. Гамме-моде 0. Ну, в общем, не работает эта штука, но да ладно. Значит, буду так играть. Правила простые, не ломать блоки, не читери. Изумруд, это очки. Аки, у меня клавиша лагает. Следуй картинам. Good luck, удачи, окей. Смайлик, сделано new life. Вот, собственно, наверное, пойдем. Сундучок. Ладно. Вот знаете, вот как бы уже само по себе как-то странно оно. Как бы просто идешь в коридоре, и тут что-то не так. О-о-о-о. Я пришел. Я понял, что тут не так. Тут... да, это было очевидно. Ладно. Ты тут. Ты уверен, что идешь туда? Ладно, не буду доставать. Там что-то было. Там что-то внутри есть. Там вроде сумма схема какая-то. Да ладно. по сути, картину следовать, то тогда, по сути, я выигрываю. Если нет, то нет. Ну, блин, тут лава. Засада. Засада еще какая. Ну, там что-то написано интересно. Ну да ладно. Думаю, я иду туда. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну да ладно, креатив мод меня засейвит. Что-то там произошло, ну да ладно. Я пошутил. Иди назад. Ладно, шутка юмора удалась. Еще одна. Ладно, я перелечу эту штуку. Но по сути, я... Ну да, как-то недоработанная эта штука, но... Такая полутрэш-карта, но... Ну да ладно. Я не знаю, просто как это вырубить. Это как бы... Я могу воровать. Оп. Ну, тоже не то. Help. Наверное, это единственная команда, которая мне доступна. Ми-действие. Окей. Мега-ме-мода 0. Нет, не работает. Я что-то не понял, как эта штука должна работать. Но, собственно, похоже, нельзя. Нельзя никак это сделать. Надо было, наверное, сервер запускать. Ай-яй-яй-яй. Господи, как-то читерно оно все получается. И... Ну да ладно. Я, собственно, обещал пройти эту карту, так что я ее пройду. Но... Окей, чекпоинт. Это... Да. Во всех картах есть чекпоинт. И эта карта не обошлась без него. Хотя я, по сути, я могу просто полететь, но я показываю тут свой скилл. Ой, я даже не знаю, что тут будет. Окей. Ага. Но я умнее. Забираю. Тут, наверное, что-то было написано или нет. Я что-то как-то сразу не понял. Так что, скорее всего, тут ничего не было написано. Следуем картинам. Так, я заберу еще 25 очков, ей. Я не знаю, правда, что я смогу сделать с этими 25 очками, но... Очками. Ладно. Вагонетки. Две вагонетки. И тут на что? Алмаз. Еще две вагонетки. Куда сам... На какой сам поедешь? На какую мать посадишь? Наверное, как-то так. Ну ладно, давайте пойдем направо. Наверное, это правильный путь был. Я очень сильно надеюсь на это. Там ничего не было просто. Черт, то есть никуда. Ой, нет. Ой, нет. Ой, меня это не устраивает. Ой, кажется, я знаю, куда я... Нет, все. Блин. Да, ну хотя ладно, у меня же креатив. Что может произойти? Я просто понимаю, потому что я сейчас лаву пойду, ну да ладно. Уип, и все. Ты пришел. 25, ты пришел. Господи, значит, наверное, можно записать в рубрику трэш-карты. Серьезно, это такая отвратительная карта. Пусть ее сделал мой знакомый, но... Боже мой.
Ладно, так уж и быть, просто... Просто как бы... Блин, ладно. Просто я промолчу. Я что-то странное творю там. Все еще веселее. Все. Знаете что, эту карту по-хорошему взорвать нафиг надо, но... Ну так уж и быть. Из хоть какого-то оставшегося последней капли уважения к этому человеку, который делает эту карту... Не делай больше никогда карты просто. Серьезно, что, тут, наверное, можно как-то пробраться? Нет. Вот именно в том, что тут нигде... Это как бы, наверное, я прошел, все. Ты пришел, 25 ты пришел. Что значит 25 ты... В общем-то, на этом всем спасибо за это видео. Не знаю, зачем я посмотрел, на самом деле. Я сам им и теперь недоволен. Ну да ладно, собственно, плохая карта. Ничего хорошего тут нет. Но, собственно, если у вас есть какие-то карты, вы хотите, чтобы я их прошел, то кидайте куда-то в личку или куда-то еще. А на этом, собственно, у меня все. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дизик. И до скорых встреч. Всем пока и удачи. Всем пока.